Здравствуйте. На GunsReview.com обзор газобаллонного пневматического пистолета Берса Thunder 9 Pro торговой марки ASG. В этом обзоре мы познакомимся с пневматической лицензионной версией пистолета Берса Thunder 9 Pro датской торговой марки ASG. Аргентинская оружейная компания Берса была основана в середине 50-х годов 20 века и является одной из крупнейших частных корпораций в Аргентине. Корпорация специализируется на производстве пистолетов, выпуск которых начался в 1958 году. Основной рынок сбыта оружия Берса – это страны Северной и Южной Америки. Оригинальный пистолет Берса был разработан для вооруженных сил Аргентины и правоохранительных органов. Модели серии Thunder Pro рассчитаны на применение в самых неблагоприятных условиях и обеспечивает высокое останавливающее действие. Пневматический 4,5-мм пистолет Берса Thunder 9 Pro изготовлен в Тайване для датской фирмы ASG и относится к пневматическим пистолетам эконом-класса. Модель является лицензионной копией пистолета Берса Thunder 9 Pro калибра 9 мм, состоящего на вооружении армии и правоохранительных органов Аргентины. Пистолет поставляется в типовой для продукции компании ASG коробке. В комплект поставки входит каталог продукции ASG, руководство пользователя к пистолету и непосредственно сама модель пневматической Берсы. Пистолет практически полностью повторяет внешний вид своего боевого прототипа, за исключением того, что все элементы пистолета, включая неподвижный затвор, не функциональны и выполняют лишь декоративную функцию. Также декоративную функцию выполняет курок пистолета. Он представляет собой пластиковый неподвижный элемент корпуса. Наряду с неподвижным пластиковым затвором, пневматический Берса Thunder 9 Pro оборудован имитацией рычага фиксатора затвора, имитацией рычага затворной задержки, имитацией рычага предохранителя. Функциональный переключатель предохранителя расположен с правой стороны рамы и представляет собой характерный для недорогих пневматических моделей переключатель. Спусковой крючок и кнопка извлечения магазина также изготовлены из пластика. Качество изготовления пистолета, если учитывать недорогой ценовой сегмент, в который он попадает, хорошее. Пластиковое литье рамы и рукояти пистолета вопросов не вызывает. Следов заусениц, наплывов пластика нет. На ощупь и на вид пластик неплохого качества, но все-таки это пластик. Швы между деталями ровные, гладкие. Детали подогнаны друг к другу хорошо. С левой стороны затвора нанесено наименование модели Thunder 9 Pro. С правой стороны затвора в окне имитатора выбрасывателя нанесен тип используемого в оригинальной Берса боеприпаса 9х19. На затворе наименование оружейной фирмы Берса. На правой стороне рамы нанесен логотип компании ASG и калибр используемого пневматического боеприпаса. Ход спускового крючка длинный, ровный и тяжелый. Около 17 мм свободный ход и далее короткий, около 2 мм ход, во время которого и происходит срабатывание выпускного механизма. Спусковой механизм Берса Thunder 9 Pro от ASG только двойного действия. Прицельные приспособления пневматического Берса Thunder 9 Pro изготовлены из пластика, нерегулируемые, но достаточно контрастные благодаря нанесенным белой краской точкам на прицельной планке и мушке. Отсек для баллона сжатого газа расположен в рукояти пистолета. Для размещения баллона необходимо извлечь магазин, сдвинуть крышку в заднее положение, вставить баллон и проколоть его при помощи поджимного винта, расположенного в нижней части рукояти, и закрыть отсек сдвижной накладкой. Магазин в ASG Berse Thunder 9 Pro неполноразмерный, пластинчатый и изготовлен из металлического сплава. Пятка магазина изготовлена из пластика. Для заряжания шариков извлеките магазин, отпустите поджимную пружину в нижнее положение до момента ее фиксации,
Далее через отверстие в корпусе магазина загрузите шарик. После загрузки шариков, емкость магазина, кстати, составляет 19 металлических шариков. Прикрыв пальцем верхнюю часть магазина, освободите из зацепа фиксатор поджимной пружины. Если вы следили за предыдущими обзорами GunsReview.com на модели торговой марки ASG, то могли заметить, что вся линейка пневматических газобаллонных пистолетов ASG имеет особенность в механизме подачи шариков при стрельбе. И данная модель также не является исключением. Особенность заключается в том, что в ASG Bersa Thunder 9 Pro отсутствует механизм фиксации поданного для стрельбы шарика. Когда вы нажали на спусковой крючок до середины его движения, а именно в этот момент и осуществляется подача шарика из магазина, и прекращаете нажатие, и, например, отпускаете спусковой крючок назад, то в этот момент шарики уже ничего не удерживает. Если вы наклоните пистолет стволом вниз, то шарик свободно выкатится из ствола. При эксплуатации обратите на это внимание. Старайтесь производить движение спускового крючка без остановки. Одним непрерывным нажатием на спусковой крючок и без паузы в момент подачи шариков. Но старайтесь не делать это резким рывком, так как в данном случае пострадает точность вашего выстрела. Теперь перейдем к стрелковому тесту. Тест измерения скорости полета пули проведем с использованием хронографа ProChrono Digital серии из 8 выстрелов и с расстояния 1 метр от дульного среза до хронографа. В тесте будем использовать металлические шарики Crossman весом 0,34 грамма. Тест точности кучности стрельбы проведем с расстояния 5 метров от дульного среза до мишени. В качестве мишени будем использовать малую мишень МКПС, распечатанную на листе формата А4. Далее на вашем экране результаты точности кучности стрельбы и сравнительная таблица результатов измерения скорости полета пули. Газобаллонный пневматический ASG Bersa Thunder 9 Pro относится к пневматическим пистолетам эконом-класса. Его цена у различных продавцов составляет эквивалент около 67 американских долларов. По своей конструкции, техническим характеристикам и стоимости его основным конкурентом является газобаллонная копия пистолета Макарова производства KWC. К достоинствам пистолета ASG Bersa Thunder 9 Pro отнесем то, что он является лицензионной копией пистолета Bersa Thunder 9 Pro, демонстрирует довольно стабильную скорость, обладает высокой экономичностью, количество стабильных выстрелов с одного баллона составляет около 120-130 выстрелов и у него невысокая цена. К недостаткам отнесем большое количество пластика в конструкции, неполноразмерный магазин, неподвижный затвор, тяжелый ход спускового крючка и особенности в подаче шариков. ASG Bersa Thunder 9 Pro подойдет тем, кто не требователен к материалам, из которых изготовлена пневматическая модель, и для кого не важно наличие функции blowback. И, конечно же, не забывайте о правилах безопасного обращения с оружием, с которыми вы можете ознакомиться на сайте GunsReview.com или на YouTube-канале GunsReview. Всего вам доброго!